Всем привет! Хочу рассказать о лакомстве фирмы Trixie. Называется оно премиум. Я взяла с рыбой и уткой. В упаковке 50 грамм. Вот так вот выглядит мяско. Значит, состав следующий. Мясо утки 68%, серебристого хека 23%, глицерин, кукурузный крахмал, сорбит, экстракт овощного белка. Также лакомство не содержит сахара и не содержит глютена, что очень здорово. Ну что, спросим нашего специалиста. Давай, Котя, уть мой хороший. Уть мой сладкий. Вот, кранолки поближе. Спасибо вам за внимание.